Что вы там говорите? 30 декабря, зима. Знаете, что я решила сделать, то, что не успела осенью? У меня есть черенки зареплодника, которые я не рассадила в горшочке. Сейчас я это, сегодня я это сделаю, потому что на улице температура плюс 6. Я уже подготовила горшочки и буду их посаживать. Такой зареплодник сорт Ябла. Он у меня сидит в черенушнице. Вот я подготовила горшочки по 9. Я их сегодня рассадила. А вот так выглядит черенок, пузыреплодник коленолистный в Ябла. Черенки, когда они уже немного укоренились, я их подрезала. И что это дает? Это дает появление вот такого, видите, бокового побега. То есть вот так вот выглядят, они уже, видите, с такими нормальными корнями, поэтому их уже пора пересаживать в горшочки.